Перед полуфиналом нужно распеться, морально приготовиться к выступлениям. У каждого перед выходом на сцену страх. Участники проекта «Шим Войс» борются за место в финале. Перед участниками поставили задачу спеть песни, которые выберет жюри. На небо за звездой выбор песни для полуфиналистов проходил в закрытом режиме и в случайном порядке. Чтобы пройти в финал проекта «Шим Войс», участникам пришлось готовиться сутками. 18-летний Ахсункар Туралиев спел песню Валерия Леонтьева «Маргарита». Выступление Ахсункара поразило жюри. Парень постарался максимально передать настроение песни и образ исполнителя. Жюри услышала не только голос, но и видела творческие способности участников. Во время выступления конкурсанты использовали декорации, сделанные своими руками. Кто-то устроил на сцене целое шоу. К примеру, участник полуфинала Ерсултан Тлеов исполнил песню российского певца Димы Билана «Невозможное возможно». Парень попытался понравиться зрителям и жюри. Ну и, конечно, не обошлось без коронного прыжка Димы Биланы. Пойми, что без тебя я не умею жить. Я знаю, что... Я думаю, огня будет больше в финале. Ну, они сегодня все приятно удивили. Такое, больше артистизма проявили они. Молодцы, есть талантливые. Вообще, я очень удивлена и очень горжусь тем, что в нашем городе так много талантливых ребят. Очень благодарна ресторану «Чинзана» и телеканалу «Атрара» за то, что они этот проект воплотили в жизнь. Но и перед жюри стоит нелегкий вопрос. Выбрать финалистов сложно. Посовещавшись, коллегия судей вынесла свой итог. Финал проекта прошли. Асель Усипаева. Теперь пою не я, любовь пою. И эта песня в мире эхом отдается. Ахсункар Туралиев. Дарья Браун. Осенний поцелуй после жаркого лета. Ты, может быть, один, да почувствовал это. Ты, может быть, один, захотел это встречать. Куаныш Абжапар. Жансая Мамыр. На небо за звездой высоко. Имя победителя мы узнаем 25 ноября. В ресторане «Чинзана» пройдет финал проекта «Шим Войс», где выступит звезда российского и грузинского шоу-бизнеса Сосо Павлиашвили.